В Магнитогорске снова заговорили об истории правоведения. В городе прошла презентация новой книги Павла Крашенинникова «Страсти по праву». Это уже четвертая работа, которую председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы России представляет в родном городе. Всего же Павел Крашенинников написал более сотни книг. Это уже четвертая книга, которую Павел Крашенинников презентует в Магнитогорске, и вторая его работа, вышедшая в тираж в этом году. «Страсти по праву» продолжают серию книг, повествующих о становлении и развитии права. Презентация новой книги Павла Крашенинникова в родном городе еще раз подчеркивает значимость Магнитогорска не только для чиновника государственного уровня, но и для всей страны. Здрасте! Мы утро посвящаем страсти. Но не к еде она, а к праву, что даже женщинам по нраву. Открою вам еще секрет, друзья. Эротики в ней нет. Читайте книжку на ночь смело. Страсть для ума в ней, не для тела. Павел Владимирович Крашенинников сегодня не просто наш земляк, да? Наверное, это здорово. Но он давно уже является фигурой российского масштаба. Вообще книга, вы знаете, на самом деле для него, наверное, является это вторым фундаментальным направлением движения, его жизненным, наверное, кредо. Одно направление – это его работа, конечно, ежедневная, а второе направление – все-таки он пишет замечательные книги, которые, я уверен, будут жить намного дольше любого человека. В красной обложке с интригующим названием, страницы, на которых описан непростой период в истории большой страны с 1917 по 1938 год. Упор сделан на то, как формировались основные законы советского государства. Люди, повлиявшие на становление права в этот период, известны. Книга писалась на основе исторических материалов и архивных документов. Но автор не дает оценок. Его цель – рассказать историю, доселе неизвестную, широкому кругу читателей. Почему 38-й год? Потому что до 38-го года была все-таки дискуссия о правопонимании. Что такое право, что, как оно может идти, и вот такая дискуссия осуществлялась. И в 38-м году эти все дискуссии закончились понятными причинами и понятными, так сказать, развязками. Кого-то в психушку, кого-то расстреляли. Тираж новой книги Павла Крашенинникова символичен – 1918 экземпляров. 100 из них останется в Магнитогорске. Издание представляет особый интерес для тех, кто изучает юриспруденцию. С книгой «Страсти по праву» уже можно познакомиться в библиотеках города и, конечно же, в Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова». Елена Тимофеева, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.